Итак, друзья мои, второй день весны. Это 2 марта. Как видите, вновь с утра пасмурно. Снег тает потихонечку. Сегодня обязательно будет солнце, как я проснусь. Мысли запущены, осадков не будет, несмотря на все прогнозы. Итак, мы сейчас услышим прогноз от милицейской волны. Солнце будет позже, осадки позже, но не сейчас. Это 2 марта. В Москве 7 часов и 27 минут. И мы услышим прогноз от милицейской волны. Год петуха. Итак, сейчас прогноз погоды. Какой бы он ни был, но он будет таким, как я сказал. Солнце ближе к обеду. Говорят, что около плюс 10 сейчас, но в столице России плюс 4. Южный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и влажность 77%. Сегодня в Москве днем до плюс 3, к вечеру плюс 1, все время пасмурно, небольшой весенний дождь. В ближайшие 2 недели обещают небольшие понижения ниже 0, но в общем тепло и весна настала. Это «Милицейская волна», всем доброе утро. Далее в нашей программе «Юта», Сати Казанова и небольшой сюрприз. О погоде. Вы только что слышали прогноз погоды, но, увы, все будет иначе. Нам вчера также обещали дождь и даже снег, но этого ничего не случилось. Ночью были звезды разных величин, друзья мои. И сегодня также будет солнце, но чуть попозже. Может быть, и пройдет какой-нибудь дождичек. По крайней мере, пока нету никакого дождя, никаких осадков, друзья мои. Я пошел, посплю. Итак, весна наступила. Набирает обороты. Это 2 марта, 2017 год.